Прежде чем начать, проверьте, есть ли у вас все необходимые комплектующие, изучив приложенные руководства по установке. Проведите анализ рисков, чтобы обеспечить безопасную сборку и установку изделия. Вам может потребоваться дополнительная помощь. Положите стойку на пол и прислоните к ней вертикальные планки, выровняв их относительно отверстий. Прикрутите и затяните болты. Затем установите полку между двумя планками и прикрутите ее с помощью четырех винтов Philips. Снимите замки с коробки Active Panel и откройте крышку. Прикрутите две вертикальные планки для крепления виса, но перед этим посмотрите в руководстве по установке, в какие отверстия его следует вставить. Это зависит от размера Active Panel. Снимите настенную панель с задней стороны Active Panel и установите вместо нее вертикальные планки крепления виса. Прикрепите его четырьмя винтами, снятыми с настенной панели. Наконец, используя безопасные способы подъема, установите Active Panel на крепление виса и закрепите устройство. Воспользуйтесь механической системой подъема, если она есть. Дополнительные сведения об Active Panel доступны на сайте поддержки. Спасибо за просмотр!